Это уже 14-й по счету и первый в этом году муниципальный форум, собирающий на одной площадке активных жителей, представителей обслуживающих и контролирующих организаций для обсуждения самых острых проблем жилищно-коммунальной сферы. В 2018 году в Ленинском районе прошло 5 таких встреч. В этом году эту традицию решено продолжить. К нам приехали из Видного сюда, приехали из Новомолока, вот вижу, и члены ассоциации, просто жители с военного городка Петровска, вот вижу людей, приехали с Развилки активисты. То есть мы приглашаем всех. Собравшимся рассказали о нововведениях в жилищном законодательстве. Так изменились требования по оформлению протокола общего собрания собственников и порядок работы аварийно-диспетчерской службы УК. Органам местного самоуправления теперь переданы права на назначение временной управляющей компании. Если застройщик сдал дом в эксплуатацию, решение о назначении управляющей компании до проведения конкурса или до выбора способа управления собственниками теперь определяется непосредственно органом местного самоуправления. На повестке дня стояли две основные темы – реформа системы обращения с отходами и создание советов многоквартирных домов. Обе вызвали бурную дискуссию. Были у жителей и свои вопросы, которые в основном касались недобросовестной работы управляющих компаний. Нам подрядная организация не очень нравится, потому что они временные, год просидят и убегают. Поселяются эти подрядные организации, в общем-то, где-то на 2 месяца. Вот, подселение привыкает к людям, привыкает к уборщицам, знает, с кого что просить. И вдруг через 2 месяца совсем другая подрядная организация. Это не устраивает наше поселение. Я живу в Петровском. Дома, крыши все протекают. Затопило много квартир. Председатель совета дома по адресу Василия Молокова, 17, Нина Чернова, пришла искать управу на УК «Загород сервис Запад», которая никак не реагирует на заявки и просьбы жителей. Вот 27-го дали заявку, это между первым и вторым этажом была протечка. 5-го я давала, уже пострадала еще первый этаж. Потом 6-го числа пострадала квартира, у нее лилось очень сильно вода. То есть вот так у нас и работают управляющие компании. Представители муниципальной власти, госжилинспекции и ассоциации председателей многоквартирных домов пообещали разобраться в каждой конкретной ситуации. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Виднетова.